Всем привет! Это вторая часть серии о самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Кабекс». Более 140 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков демонстрируют на выставке самый большой в России выбор кабеля, проводов, аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования для монтажа и переработки кабеля. «Астек» – отечественный производитель кабеленесущих систем с более чем 20-летним опытом работы на рынке России и стран СНГ. Продукция компании обеспечивает комплексные решения для электромонтажа проектов любой сложности в энергетической, строительной, нефтегазовой отраслях и на промышленных объектах. Производственную базу «Астек» составляют два современных предприятия в городе Калуга и «Электросталь» Московской области, где имеются автоматические прокатные и профилегибочные линии, прессоштамповое производство, координатно-пробивные прессы, автоматическая сварка, линия электрохимического оцинкования и испытательная лаборатория. Добрый день, я представляю компанию «Астек». Меня зовут Агеев Сергей, я директор. Компания работает уже 20 лет на рынке и в настоящее время является одним из лидеров российского рынка производителей кабеленесущих систем. Мы выпускаем самые разные металлоконструкции кабельные, как для гражданского строительства, так и для промышленных объектов. И на сегодняшний день входим в тройку ведущих производителей российских. Соответственно, имеем очень большой ассортимент. Это все виды кабельных лотков, лестничные лотки, лотки листовые, лотки проволочные, которые применяются для создания кабельных трасс любой сложности. Компания располагает двумя производствами. Это завод в городе Электросталь и завод в городе Калуга. Это предприятия, оснащенные современным оборудованием и применяющие различные технологии покрытий металлических кабельных лотков, включая горячее оцинкование, что дает нам значительное конкурентное преимущество при поставках на объекты промышленного назначения. Компания «Астек» работает на рынке через сеть официальных дистрибьюторов, и также мы представлены филиалами по всей стране. Фактически это Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Москва, основной офис и склад в Москве и Санкт-Петербург. Такая широкая сеть представительств позволяет нам оперативно делать поставки с локальных складов на достаточно крупные объекты. Среди наиболее значимых объектов последнего времени я хотел бы отметить поставку наших лотков на объекты Амурского газохимического комплекса, который реализует Сибур. Это компрессорная станция «Славянская» проекта «Северный поток-2». Один из крупных проектов, который мы реализовали в проекте «Ямал-СПГ». Это административный корпус завода сжиженного газа в порту Сабета. И вот в настоящее время продолжаются поставки на объекты компании «Светогор». Эта компания относится к группе УГМК, куда мы поставляем лотки из нержавеющей стали в связи с тем, что там очень жесткие условия эксплуатации. Таким образом, на вот этих нескольких примеров видно, что мы достигли высокого как технического уровня, так и уровня логистики для
поставки на такие сложные и удаленные объекты больших объемов. На сегодняшний день компания развивает свое производство и продуктовую линейку. В частности, в Калуге мы запустили линию по производству монтажных профилей. Это профили, которые могут использоваться в создании как кабеленесущих конструкций, так и монтажных различных конструкций, стойких к динамическим нагрузкам, также стойких к огневым нагрузкам. Говоря о вопросах безопасности, хотел бы сказать, что у нас накоплены с 2015 года серьезные наработки в области огнестойких кабельных линий. Компания «Астек» располагает сертифицированными кабельными линиями, состоящими из металлических лотков нашего производства, а также из, которые сертифицированы в сочетании с кабелями различных российских производителей. Это такие известные в России заводы, как «Спецкабель», «Энергокабель», «Ункомтех», «Москабель» и ряд других. Мы, кроме огнестойких кабельных линий, также в плане пожарной безопасности создали свой продукт, который называется огнестойкие, универсальные огнестойкие кабельные проходки ОКП. То есть проходки, собственно, продукт, который является сертифицированной преградой против распространения огня из одного помещения в другое. Вот. На сегодняшний день наши огнестойкие кабельные проходки имеют предел огнестойкости 120 минут в условиях пожара. Огнестойкие кабельные линии до 90 минут в условиях пожара. В перспективе мы планируем развивать производство индустриальных промышленных тяжелых лотков, для чего в настоящее время ведутся работы по созданию роботизированной линии, которая будет выпускать лотки повышенно несущей способности из стали толщиной 2 мм. В общем-то, вот такие планы. Компания продолжает развиваться, несмотря на кризис. И приглашаем к сотрудничеству как промышленных, хотел бы пригласить к сотрудничеству как промышленной компании, так и дистрибьюторов электротехники из России и стран ближнего зарубежья. Спасибо. Спасибо. Система подпольно-настенных коробов ПНК образует распределенную по всей площади помещения кабельную сеть из силовых и слаботочных кабелей с сервисными лючками, доступ к которым обеспечивается в различных рабочих зонах помещений. Система листовых лотков серии LN-MZT предназначена для размещения и организации кабелей в промышленных, коммерческих и жилых зданиях, включая прокладку на открытом воздухе. Обеспечивает ускоренный монтаж трассы за счет соединения лотков внахлёст с применением трех винтовых соединений вместе стыков. Замок на бортах лотка имеет трубчатую форму, что обеспечивает отсутствие режущих кромок и надежную фиксацию крышки. Калужский кабельный завод был основан в 1993 году. В 2011 году предприятие освоило и приступило к выпуску силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожароопасности и с низким дымо- и газовыделением ВГНГЛС, АВВГНГЛС. С 11 по 17 мая 2021 года в Подмосковье состоялось первенство России по тайскому боксу среди юношей, старших юношей и юниоров с выходом на первенство мира. Калужский кабельный завод оказал поддержку одной из команд сборной Дагестана. В адрес Рускабель.ру продолжают поступать тревожные сообщения от участников кабельного рынка. Несколько источников портала отмечают новую волну фальсификата, заполнившего не только полки региональных электротехнических магазинов, но и проникшего на платформу электронной торговли Авито. Предупреждаю вас, будьте предельно бдительны и аккуратны в выборе поставщиков и контрагентов. Проверяйте производителя по необходимой документации, сверяйте сертификаты соответствия. Здравствуйте, сегодня я
Я хотел рассказать вам о компании «Проводник», которая работает на рынке кабельно-проводниковой продукции с 2010 года. Наша компания занимается комплексным обеспечением предприятий, различных заказчиков, различной номенклатурой. Очень большой объем кабельной номенклатуры у нас находится на складе. Склады как отапливаемые, так и уличные. Поддерживаем редкие позиции в наличии. Это очень удобно для компаний, которым нужно дооснастить что-то, либо какие-то специфичные заявки. У нас есть собственный автопарк, организуем доставку как по Москве и области, так и по всей России, работаем со всеми транспортными компаниями. Заводы, с которыми в основном мы работаем, это все самые известные российские заводы-производители кабельной продукции, такие как Кольчугино, Рыбинскабель, Раскат, ну и много других. Вы можете ознакомиться с этими заводами на нашем сайте. Кабель, который мы держим у себя на складе, это самый ходовой, в том числе и редкие какие-то марки. Кабель гибкий, ПГВ, кабель силовой, водопогружной. Мы можем быть полезны нашим заказчикам в том плане, что мы можем отмотать необходимые объемы, то есть отгружаем от 1 метра кабеля. Также хотелось бы рассказать еще о ответвлении нашей компании. Это собственное производство светодиодных светильников переносных. Мы делаем различные ассортимент по напряжению, по мощности, по длине. В наш ассортимент светильников входят также промышленные, переносные, ручные, уличные, офисные. Делаем светильники для станков, делаем светильники для телекоммуникационных шкафов, удлинители и провода для запуска автомобилей. Очень ориентированы на клиента, поэтому по заявкам клиентов готовы разработать, сделать, отгрузить различные модификации как светильников, также готовы обсудить и заказы на кабельную продукцию. Все, ухожу в шоу-бизнес. Компания «Проводник»
специализируется на поставках кабельно-проводниковой продукции для нужд нефтегазодобывающей отрасли, строительных и производственных предприятий. Компания-проводник осуществляет также собственное производство и комплексные поставки светодиодной продукции. АО СПКБ «Техно», ранее известное как подольский филиал в НИИ кабельной промышленности, было основано специальным постановлением Совета министров СССР 637-258 от 18 июня 1960 года как специальное проектно-конструкторское бюро экспериментальных технологий по микропроводам и оборудованию. В первоначальную тематику СПКБ входили работы по созданию технологий и оборудования для получения обмоточных микропроводов в литой стеклянной изоляции из меди, серебра и других металлов, обеспечивающих работоспособность в интервале от минус 60 градусов Цельсия до плюс 500 градусов Цельсия. Мелешкина Маргарита, компания СПКБ «Техно», директор по производству. Компания СПКБ «Техно» занимается изготовлением кабелей и проводов специального назначения, назначенных для промышленной безопасности, для систем охраны, пожарной сигнализации. Также мы производим оборудование кабельное, на нем же изготавливаем свою продукцию. По России поставлено достаточно много кабельных линий, линий обмотки, линий перемотки. Все кабельные заводы здесь представлены, являются нашими потенциальными партнерами. Немного истории. В середине 70-х годов за СПКБ закреплена тематика создания проводной линии наведения ракет-снарядов второго и третьего поколения. ПТРК «Малютка» был принят на вооружение и сыграл выдающуюся роль в ряде локальных войн и конфликтов. В середине 90-х годов коллектив СПКБ разработал и изготовил пилотные отечественные линии вытяжки оптического волокна. Линии предназначались для изготовления волокна из кварцевых заготовок диаметров до 50 мм. Торговый дом JLS Chemical является официальным дилером компаний Кабапол и Мелс по поставке безгалогенных радиационно-сшиваемых, силанольно-сшиваемых кабельных компаундов, пластикатов, ПВХ, термоэластопластов и полиуретанов. Широкая линейка продуктов применяется для производства кабелей и проводов, оболочки, изоляции, заполнения –